На польско-украинской границе прививают против COVID-19 иностранцев, въезжающих в Польшу. На трех пограничных пунктах Медика Шагини, Гребина Рава Русская, Дорогуск Ягодин расположены временные пункты вакцинации. Прививку можно получить сразу после пересечения границы, а на пограничном переходе Корчево-Краковец можно сделать вакцину в мобильном пункте примерно в 30 километров от границы на Мобзамехов. Пункты вакцинации и тестирования доступны круглосуточно. Привиться могут иностранцы, едущие в Польшу работать. Необходимо иметь разрешение на работу или заявление о намерении трудоустройства, а также студенты. Прививки проводятся четырьмя препаратами – Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson. Тестирование, заполнение бумаг и вакцинация займет 30-40 минут времени. Услуга, включающая тест на COVID-19 и вакцинацию, стоит 130 злотых. Сама вакцина является бесплатной. После вакцинации вы получите направление на прививку второй дозой, которое можно сделать в любом месте.